Рубрика «Вперед у минуле» продовжує досліджувати рекрутацію у 19 столітті. Як конкретно проходив цей процес? Были созданы специальные рекрутские комитеты и рекрутские присутствия. Вот такой рекрутский комитет, он был в губернии, на уровне губернии. Вот если у нас была Херсонская губерния, значит, рекрутский комитет, по идее, фонд такой у нас должен быть в Государственном архиве Херсонской области. Туда входил гражданский губернатор, председатель казенной палаты, уездный предводитель дворянства, а также каждое общество из избирала, как правило, рекрутского старосту и еще добросовестных так называемых людей, которые отвечали за списки, составление списков, за работу с населением. Система рекрутских комитетов діяла до 1874 року. Потім, за наказом царя Олександра II, у зв'язку із військовою реформою все це було ліквідовано і введена всезагальна військова повинність. Метою було скорочення армії в мирний час і одночасно забезпечення можливості її розгортання під час війни. Собственно говоря, действовали вот такие уставы. У нас в архиве хранится вот такой вот устав. Это свод уставов, вернее, о повинностях. Вот. И здесь, согласно этому уставу, описано все, как должен осуществляться призыв в армию, до мелочей. Причем, допустим, здесь есть, как призывать малороссийских казаков в армию, как призывать евреев в армию, как призывать священнослужителей, как производить медицинское свидетельствование, кто получает льготы при призыве в армию, кто не получает. Лариса Левченко наголошує, що цей фонд криє у собі чимало цікавої інформації, але, на жаль, він ще мало досліджений. Очень ценный фонд, потому что вот для сегодняшних наших исследований, не только с точки зрения исторической, что был призыв в армию, а с точки зрения исследования родословий, в этих делах фактически весь состав семьи есть. Чей он сын, был он женат, не был он женат, есть у него старшие братья, сестры, то есть весь состав семьи, потому что принцип отбора, если он единственный ребенок в семье, ему предоставлялась льгота. На цьому рубрика «Вперед у минуле» закінчує своє дослідження рекрутації часів 19 століття. Слідкуйте за новими випусками, адже наступного разу ми знову вирушимо вперед у минуле.